Привет! Сегодня у нас большой пробег, и сегодня сильнейший ветер. Над страной проходит циклон, и через несколько часов обещают дождь, а ночью мокрый снег. Здесь смотри, просто все это выглядит как на каком-то краю света. Ветер, стальные эти облака, все эти былинки трепещут на этом ураганном ветру. Да, ну что, вперед, вперед, вперед. Да, спустя час после старта начался дождь. Такой, знаешь, густенький. Ну что ж, выдавил нас в лес, потому что как-то под кронами деревьев лежать лучше. Не так вымокнешь. Ну и что, сегодня еще испытание на водостойкость моей ветровки. После покупки я еще ни разу под дождь мне не попадал. Так, да, экспромт небольшой не удался. Тропка меня привела, грубо говоря, завела просто-напросто в них проходимые заросли. Ну что, тут двигаться никаким образом нельзя. Давай пробуем возвращаться. Я думаю, что если ты смотришь мои фильмы, то, наверное, такой же любитель свободного бега в природном ландшафте, как и я. Да, и желательно, конечно, чтобы трасса проходила по разным природным стихиям. Вот сегодня вначале мы бегали вдоль большой воды, потом попали в лес. Быстренько нас дождь туда загнал. Но завершение у нас по полевым дорогам, честно говоря, конечно, надо шевелить поршнями и сильно с пробегом не рассусоливать, потому что от дождя раскисает трасса, полевые дороги, сам понимаешь. Сейчас будет полная квашня. Ты знаешь, дождь вроде бы усиливается, ветер, щеки уже красные, падает температура, к вечеру ночью обещают вообще мокрый снег, принесет циклон. Знаешь, камера утомился уже прятать от дождя. Буду завершать сегодняшний свой фильм об этом трехчасовом пробеге. Все было очень для того, чтобы не киснуть, а чтоб тебя обдоражило. Да, класс. Вот и все на сегодня. Живи ярко. До следующих пробегов. Пока-пока-пока.